настоящий момент, что беспокоит? Боли внизу живота, резь. Температура? Температуры нет пока. Тошнота, рвота? Нет, сухота. Ужасные, сильные, пустопообразные боли. То есть боли усилились? Да. Кроме поликлиники где-то еще обследовались? Ну, я делала разные там процедуры, колоноскопию, эрикоскопию. Все обследованы, у вас есть все, да. Так, проходите, пожалуйста, в соседний наш процедурный кабинет. Там минимальное обследование вам идет. Я сейчас приглашу к вам хирурга. Острая боль долго не прекращается. На улице ночь. Что делать в этой ситуации и с чем это может быть связано, мы решили узнать у главного внештатного хирурга Министерства здравоохранения Саратовской области, хирурга ОКБ Владислава Мельситова. Спасибо, что дали возможность побывать на ночном дежурстве. Расскажите, работа хирургов в ночное время чем-то отличается от дневной? Да, конечно. Она отличается коренным образом, поскольку мы в вечернее время оказываем экстренную помощь, принимаем тяжелых больных с сочетанной травмой, выполняем как диагностические какие-то мероприятия, так и экстренные операции. А с какими проблемами сталкиваетесь у пациентов? Чаще всего поступают к нам пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это могут быть желудочно-кишечные кровотечения, кишечная непроходимость, острый аппендицит. В последнее время возрастает число больных после дорожно-транспортных происшествий, у которых отмечается тяжелые сочетанные травмы. Ну и ряд других состояний, которые требуют оказания неотложной помощи именно в условиях нашего стационара. То есть, которым срочно нужны операции? Нет, деятельность дежурной бригады, она очень многогранна и заключается в осмотре пациентов, в назначении дополнительных методов исследования, в проведении лабораторных, инструментальных методов исследования. И одним из этапов лечения пациентов является хирургическое лечение. Возможности нашего стационара позволяют оказывать высококвалифицированную помощь по различным специальностям. И урологическим пациентам, пациентам проктологического профиля и больным с общей хирургической патологией. А если человек попал в ДТП, то, соответственно, вот у него сочетанная травма, и вы работаете, да, командой, да, врачей? Да, Виктория. У нас налажена тесная взаимосвязь с скорой помощью, центром медицины катастроф. Есть специализированное отделение санитарной авиации, которое позволяет доставить тяжелых пациентов и оказывать всю необходимую помощь, проводить лечебно-диагностические мероприятия в условиях противошоковой палаты. Особенность работы противошоковой палаты заключается в том, что, минуя приемное отделение или какое-то отделение стационара, больной поступает в противошоковую палату с тяжелой сочетанной травмой, и ему в условиях противошоковой палаты оказывается квалифицированная помощь. У таких пациентов, как правило, отмечается черепно-мозговая травма, травма органов грудной клетки, брюшной полости, нижних, верхних конечностей. Поэтому в условиях операционной проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия, выполняются рентгенологические исследования, проводится ультразвуковая диагностика. В ряде случаев требуется выполнение ляпароскопической диагностики для исключения патологии органов брюшной полости, грудной клетки. И при необходимости проводятся все противошоковые мероприятия и выполняется хирургический этап лечения больного. То есть все в одном месте? Да. Все специалисты, вся бригада сконцентрируют свои силы на оказание помощи конкретным пострадавшим пациентам в одном месте. Да, слушаю вас. Хирургия – это приемная. Да? У нас поступает пациентка с диагнозом дивертикулез толстого кишечника. Оставайтесь. Хорошо, я сейчас спускаюсь.
добрый вечер. Расскажите, что с вами случилось, как вы к нам попали? В 19 году у меня начал болеть низ живота. Вначале я не знала, что пока вот не попала на обследование. Обследование. И так выяснилось на этих обследованиях, что у меня дивертикулез, осложненный дивертикулитом. Вот эта часть болит постоянно. Сегодня у вас усилилась интенсивность болевого синдрома, что потребовало такой экстренного обращения за медицинской помощью? Я прошла эрикоскопию, на эрикоскопии показала, что у меня лопаются, по-моему, вот эти вот дивертикулярные мешочки. Дивертикулярные вот мешочки. Вот эта вот белая жидкость, которую они закачивают, она, я так поняла, что в брюшной полости. Угу. И новое ощущение. Я не пойму, щипит или режет. Есть ли какие-то проблемы со стулом? Конечно. Я в туалет не хожу вообще без макрогола. И когда у меня начинается очень сильный приступ, как он называется, у меня наступает ложный позыв, как будто я хочу, я сажусь, а у меня ничего нет. У меня начинается такая тошнота, и у меня начинается рвота. Прилегте, пожалуйста, я посмотрю вас. Покажите мне, пожалуйста, где больше всего болит у вас живот? Вот, низ и немного сюда. Вот. Боли постоянно, как будто мне по животу ударили доской и отбили все. Но они схваткообразные, потом вот перестают, либо постоянные, монотонные? Вот эти постоянные, монотонные. Но когда начинаются приступы, приступы схваткообразные. Виктория, сейчас мы будем оперировать пациента 37 лет. Он поступил на вторые сутки с момента начала заболевания с типичной клиникой острого аппендицита. Диагноз мы подтвердили результатами лабораторных и инструментальных методов исследований. Планируем его сейчас оперировать по жизненным показаниям, выполнять ему ляпароскопическую аппендэктомию. Когда закончится операция, мы поговорим с Владиславом Александровичем об остром аппендиците, о том, стоит ли его бояться и какие есть возможности у современных хирургов на сегодняшний день. Острый аппендицит, наверное, очень частое явление. Да, статистические данные показывают, что от 20 до 40% госпитализации пациентов с болями в животе именно приходится на острый аппендицит. А они какие-то особенные эти боли? Как понять, что у тебя именно аппендицит? Типичная картина острого аппендицита начинается с болевого синдрома в верхних отделах живота, либо с нелокализованных болей во всех отделах брюшной полости. Пациентов чаще всего беспокоит тошнота, возможно, также однократная рвота, которая не приносит облегчения. Это начальные неспецифические признаки острого аппендицита. И пациенты в этот период времени чаще всего занимаются самолечением. Принимают обезболивающие препараты, начинают принимать антибактериальные препараты. Естественно, на этой стадии медикаментозное лечение нарушает типичную клиническую картину заболеваний и приводит к тем или иным диагностическим ошибкам. Чаще всего пациенты поступают и обращаются к нам за медицинской помощью спустя 12-15
24 часа с момента первых клинических проявлений заболевания. С появления боли. Да. И, то есть она никуда не уходит, даже если выпил обезболивающее, она продолжается. Да. Особенностью острого аппендицита является перемещение боли с верхних отделов живота и локализация их в нижних отделах живота справа. При этом боли носят постоянный характер, усиливаются при ходьбе. И в ряде случаев, когда пациент заходит в приемное отделение, мы уже по характерной походке, пациент идет согнувшись, наклонившись вперед, щадит правую подвздошную область, то есть ограничивает движение в этом отделе. Можно косвенно судить о том заболевании, которое имеется. Не обязательно, что по этому признаку мы ставим конкретный диагноз. Хотя острый аппендицит – клинический диагноз, он выставляется на основании характерной клинической картины, характерных жалоб, проявлений заболевания, ну и, естественно, подтверждается инструментальными лабораторными методами исследования. Но не сразу человека кладут на операционный стол? Дело в том, что в ряде случаев клиническая картина острого аппендицита маскируется и очень похожа на проявление заболеваний желудочно-кишечного тракта. То есть симулирует язвенную болезнь, желчно-каменную болезнь, заболевание мочевыделительной системы, почечную колику. У пациенток чаще нам приходится проводить дифференциальную диагностику с острой гинекологической патологией. Поэтому для того, чтобы провести и осуществить комплекс лечебно-диагностических мероприятий, требуется определенный временной промежуток. Конечно же, наша работа заключается в том, чтобы максимально сократить время ожидание, то есть с момента поступления больного в стационар до выполнения хирургического этапа лечения. А кто чаще болеет, женщины, мужчины, какой возраст? Заболевание встречается в всех возрастных группах. Пик заболеваемости острым аппендицитом приходится в возрасте от 20 до 40 лет. Хотя следует отметить, что с острым аппендицитом поступают и лица пожилого возраста. Заболевание достаточно распространено. По современным статистическим данным, заболеваемость острым аппендицитом составляет от 140 до 150 человек на 100 тысяч населения. Анализ заболеваемости результатов хирургического лечения показывает, что, например, в 2018 году в Российской Федерации, по данным отчета главного хирурга Российской Федерации, было выполнено 164 тысячи аппендэктомий. Причем 30% из всех операций аппендэктомии выполнялись с использованием эндоскопических технологий. Ну, то есть это не обязательно разрезать, да, да, да. Вектор хирургического развития направлен на то, чтобы широко использовать эндоскопические технологии. Так, в Саратовской области за тот же 2018 год выполнено 2391 аппендэктомия. Из них 10% операций выполнялись с использованием эндоскопических технологий. В настоящее время мы стремимся к тому, чтобы увеличить число операций, которые выполняются малоинвазивными методами. То есть шрама не будет? Разрезы остаются, но разрезы небольшие. Максимальная длина составляет 1.5 сантиметра. Они локализуются в околопупочной области и так называемой зоны бикини. Тем самым мы идем на косметически выгодный вариант хирургического лечения. А можно как-то предупредить вот развитие аппендицита? Говорят, что если ешь семечки и там случайно глотаешь шелуху, может быть аппендицит.
таких исследований, которые действительно показывают взаимосвязь между характером питания и частотой развития острого аппендицита, в настоящее время нет. То есть это, получается, болезнь-сюрприз может возникнуть у каждого в любом возрасте, вне зависимости от питания. Какой характер тогда развития? Аутоиммунный? Почему ни с того ни с сего воспаляется червеобразный отросток? Теорий развития острого аппендицита очень много, но полностью объяснить механизмы развития заболевания каждой теории не позволяет. На самом деле у детей чаще всего причиной развития острого аппендицита является микробная инвазия, либо глистная инвазия. В ряде случаев, в ряде аспектов причиной является аутоиммунный процесс. Механический фактор также играет роль, поскольку, исследуя препарат после операции, мы видим, что просвет червеобразного отростка забит каовыми камнями, и которые вызывают развитие застойных явлений в червеобразном отростке и тем самым внедрение патологической кишечной флоры в стенку червеобразного отростка вызывает процесс воспаления. Ну а каким тогда образом на самом деле понять, что у тебя острый аппендицит? То есть это боль в течение какого-то определенного времени, определенные локализации, вот как человеку разобраться, что пора к врачу и сколько можно терпеть? Любой болевой синдром в животе требует от пациента обращения за медицинской помощью. То есть не надо заниматься самодеятельностью, пить таблетки, да? Да, однозначно. Однозначно. Дело в том, что прием обезболивающих препаратов, антибактериальных препаратов искажает клиническую картину заболевания и вводит в заблуждение хирурга. Требует более детального анализа всех клинических проявлений и использования дополнительных методов исследования. А может быть такое, что живот самостоятельно поболел и прошел? Дело в том, что при остром аппендиците клиническая картина заболевания прогрессирует. И, как правило, сохраняющийся болевой синдром, усиливающийся в течение наблюдения, как раз свидетельствует в пользу аппендицита. Если болевой синдром самостоятельно уменьшился в интенсивности, если он купировался на фоне приема спазмолитических препаратов, это говорит о том, что имеет место патология, не связанная с червеобразным отростком. То есть это позволяет нам проводить дифференциальный диагноз в уточнении причины болевого синдрома в животе. В следующем выпуске «Школы доктора» продолжим тему хирургических болезней и узнаем, что такое хронический калькулезный холецистит и нужно ли удалять желчный пузырь при этом заболевании.